943 год нашей эры. Нечестивое царство кошмара должно пасть. Глупец! Ты же знаешь, что меня невозможно убить. Камнем, упавшим с небес. Немедленно отправляйтесь в замок Вольфенштейн. Надо срочно доложить Гиммлеру. Мы нашли его! Заходите. Ну что, Джек, есть что-нибудь? Да, сэр. Мы только что получили сообщение от Кеслера, нашего агента. И? Оба наших агента схвачены и их содержат в замке Вольфенштейн. Черт! Собирайте совещание, Джек. Да, сэр. Ладно, джентльмены, давайте смотреть по порядку, что мы упустили. Вот что мы знаем. Это замок Вольфенштейн. Он расположен в горах Северной Германии. Ну, мы знали про этот замок уже в течение некоторого времени, но только сейчас мы получили сведения от германского сопротивления, что там имеют место некие оккультные действия. Это члены недавно сформированной паранормальной дивизии СС. Небольшой, но элитной группы, в которую входят люди не только с высоким IQ, но также зарекомендовавшие себя успехами в оккультизме и паранормальном. Командует ими эта женщина. Хельга фон Бьюлоу.
Один из информаторов в деревне сообщил, что не так давно она со своими людьми прибыла в этот район. Индивидуум с моноклем Вильгельм Штраус, также известный как «Мертвая голова». Жестокий, но великолепный ученый, который возглавляет специальный дивизион Гиммлера. Специальные проекты? Превосходно. Он возглавлял проекты по разработке специального и ракетного оружия. Кроме того, есть слухи, что он возглавлял специальные химические и биологические разработки. Очаровательно. Но теперь все эти люди занимаются археологическими раскопками около замка. Так, новое оружие. Ракеты, биологические и химические исследования, а теперь и оккультизм. Ну это как получится. Вот почему наши парни там. Джек, что нам нужно сделать? Ну, мы можем послать к ним спасательную команду. Или? Или будем ждать, что они смогут выбраться сами. Как прикажете, сэр. Ну, похоже, что мы опять играем в ожидание. Ждем приказаний, герр доктор. Идите и приведите другого! С этим все! Так точно! Теперь мы попробуем еще раз, правда? Так, на кого вы работаете? Вот вы где. Скандалы на... Доктор Зи, здесь все надо. Это американец! Это кодированное сообщение. Должно выйти немедленно. Точно! Также вы должны мне сразу сообщать о важных сообщениях. Это понятно? Точно, лейтенант! В каком состоянии передатчик? Мы все еще ждем, я лейтенант! А, все как обычно. Yes, sir.
американец! Стоять!